The action, Herb Dean. Итак, рефери в клетке Херб Дин. I generally have been over the rules. Protect yourself at all times. Follow my instructions. We're gonna have a clean fight. Touch gloves, let's do it. А вот это было интересно. Призвал посмотреть себе в глаза Мухаммад Вахаев Сергея Белостенного. Сергею, похоже, это не очень понравилось. Очень дает старт Херб Дин. Очень интригующий бой. Почему? Потому что оба спортсмена могут ударить. Да, плюс ко всему, конечно, тяжелый вес. И умные бои Сергея Белостенного. Что он может показать в клетке? Он может уронить очень сильно. Зацепил соперника сейчас справа Сергей. А Мухаммад так улыбнулся этому только. Здорово. Попадает джеб Белостенный. Вахаев продолжает скромно улыбаться. И такой длинный-длинный заложил удар сейчас Мухаммад Вахаев. И тут же удар ответный от Сергея Белостенного. Еще раз напомню, что это бой-реванш. Соперники уже встречались, и тогда Мухаммад Вахаев одержал победу удушением. Но давно это было. Ну да, а Сергей Белостенный, если кто был на турнире ACB-77, точнее, если кто не был, хочу напомнить, что тогда он тяжелый нокаут, по-моему, уже в первом раунде отправил Амирхана Исагаджиева. Да, и вот здесь опять, посмотрите, попадает право через руку Сергей. Поджимает Белостенный. Попытка была выполнить проход со стороны Мухаммада Вахаева, но Белостенный был готов. Да, легко ушел, отзащищался без особого напряжения. Белостенный продолжает прессинговать. Да, и кричат в углу Сергею Белостенному, чтобы тот работал по ноге. Ну, по-моему, очень качественный совет. Или что вот сейчас на прямых ногах стоит Мухаммад Вахаев. Не знаю, будет ли он готов к такому развитию событий. Но пока что Сергей Белостенный просто здорово по туловищу. Просто оказывает давление на соперника, теснит его лишь. Еще один удар по корпусу от Сергея Белостенного. И вот Белостенный продолжает напирать. И вновь правой через руку. Здесь уже Мухаммад Вахаев готов. Но все равно Сергей очень опасно пробивает. И вот, что мне еще нравится, Белостенный очень хорошо качает все время. Да, и дергает. С разворота по корпусу. Зашло. Опять улыбается Мухаммад Вахаев. Ну сколько он же раз так улыбнулся подряд, да, пропустив удары. Ну теперь клинч контролирует соперника Мухаммад Вахаев. И колено хорошее в исполнении Сергея Белостенного. Вадим, мне кажется, или Мухаммад Вахаев задышал? Попал. Вполне возможно, не очень хорошо отсюда видно, но сейчас как повернется Мухаммад, будет более понятно. Так, попытался Мухаммад пройти в ноги. Тут же сделал откидку Сергей Белостенный. Очень и в клинче. Очень верное решение со стороны Мухаммада, пропустив удары по туловищу, в голову. И вот здесь продолжает бить своего соперника коленом Сергей Белостенный. Очень правильное, очень мудрое решение со стороны Мухаммада Вахаева. Сбить темп, немножко восстановиться. Также мы видим в углу у Сергея Белостенного, помимо Тараса Кияшко, Михаила Зайца. Также полноправного участника команды «Стрела». Это боец ММА, кто забыл, друг, легенда российского ММА. Да, разорван тем временем клинч, наносит удар Сергей Белостенный сразу же на выходе. И еще серия. Два. Боковых картин по корпусу и второй там. В голову. Все там. Еще раз по корпусу. Как тяжело же прикладывается Сергей Белостенный. Так. Да, вот сейчас все-таки стягивает соперника. Да, забирает спину. Мухаммад Вахаев. И это может быть опасно для Сергеева. Да, Сергея.
удар в затылок. И попытка выполнить удушение в исполнении Мухаммада Вахаева. 30 секунд. Херб Дин находится рядом. Не сдается. Контролируется. Все, нет, сдача. Все-таки сдача. Да, да, вот пришлось так. Тут Хербу Дину приложить усилия, чтобы отцепить Мухаммада Вахаева. Я не знаю, в чем причина была того, что Мухаммад не хотел отпускать сдавшегося соперника. Да, очень обидно, конечно, должно быть Сергею Белостенному, потому что по ходу раунда все было в его руках. Он уже пробил соперника, он попал по нему, здорово ударил по туловищу. Благодарит за бой Сергея Белостенного Мухаммад Вахаев. Ну и тут постепенно подходят представители команды Мухаммада Вахаева, чтобы поздравить своего бойца с блестящим завершением поединка. Кстати, вынесли пояс. Пояс чемпиона. Да, который Мухаммад Вахаев благополучно отстоял. Но вот опять же, да, как все может поменяться буквально в одну секунду. И там всего-то ничего оставалось до завершения раунда. Но чуть-чуть не дотерпел. И одну ошибку, по сути, одну единственную ошибку допустил в этом поединке Сергей Белостен. Но в этом раунде, во всяком случае, который оставал роковой. Нет мелочей. Совершенно верно. И вот здесь, смотрите, да, как здорово пробивал Сергей Белостенный. И стало казаться, что действительно он перебивает своего соперника, что уже задышал Мухаммад Вахаев, что ему тяжело. А да, в итоге... и удары это были действительно очень тоннажные у Сергея Белостенного. Однако Мухаммад Вахаев все-таки остается чемпионом и делает это досрочно уже в первом раунде. Да, и вот тут моментально просто закрывает захват Мухаммад Вахаев. Следующим неуловимым движением начинает соперника растягивать. И вот здесь уже, конечно... Ну и, Роман, предыдущий-то поединок между этими бойцами также закончился сабмишеном. Да, именно, причем именно удушением сзади же. И именно же в первом раунде, кстати. Да, конечно... Ну что тут скажешь? Результат налицо. Есть победитель. Выходит в клетку руководитель лиги ACB Мирбек Асиев. Выходит, конечно, в сопровождении Бувайсара Сайтиева, блистательный великого чемпиона. Да, причем он настолько был великолепен, что за довольно долгое время у него не то, что никто не мог схватку выиграть, бал не могли взять у Бувайсара Сайтиева. Настолько он был хорош. Ladies and gentlemen, this fight comes to an end at 4 minutes 32 seconds of round number one. Your winner by way of tap out from a rear naked choke and still ACB World Heavyweight Champion. Сохраняет свой титул Мухаммад Вахаев. С чем мы его и поздравляем. Желаем удачи в дальнейшем Сергею Белостенному. И вот пояс выносит Бувайсар Зайтиев. Да, также мы видим в клетке Заурбека Хасиева, это сын Мирбека Хасиева, который заведует отделением БЖЖ в ACB. И небольшой интервью. Небольшое фото, а затем уже интервью. Мухаммад,